Всем привет, меня зовут Игорь, мне 21 год, являюсь участником курса Poker Pro 7 потока. С покером знаком уже 3 года, начинал с фриролов, далее МТТшки, затем я ушел в армию, там особого времени катать не было, начал заниматься кэшем. Кэш катал лимиты НЛ2, затем поднялся на НЛ5. Далее на граждане продолжил заниматься кэшем, так как на МТТ времени у меня все равно не было из-за моей работы. Что касается курса, до курса катал НЛ5, цели на курс были закрепление на НЛ10, ну, в дальнейшем закрепление на НЛ25, сейчас закрепляюсь на НЛ10. Что касается стоимости курса, ну, мне показалось, что это очень большая цена для курса с самого начала. Мне предложили половину внести, половину отбить рейком, на что я и согласился. Отбил рейком. В итоге к концу курса я уже вошел в плюс, даже стартовой цены курса. Что касается самого курса. Материал давался постепенно, ну, в большом количестве, конечно, я успевал что-то изучать, что-то где-то у меня не получалось, старался выполнять все домашние задания. Ну, весь материал был грамотно подобран. Конечно, мне еще понадобится 1 месяц, чтобы повторно изучить материал, так как я не в полном объеме все изучил. Но в курс мне полностью понравился. С нами работали кураторы. Кураторы нам также помогали, можно было к ним обратиться в любое время, они всегда отвечали. Ну, всем советую этот курс, особенно микролимитчикам, чтобы подняться выше. После курса моя игра стала лучше, я стал лучше разбирать свою игру, находить ошибки. Конечно, еще много предстоит работы над игрой, но курс дал мне знать, в каком мне направлении двигаться. Всем спасибо за внимание, всем пока.